Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на нашем канале «Вкусная еда. Кухня навсегда». Подписываемся на канал, ставим лайк, кому понравится видео. Для начала в куриный фарш нарезаем мелко лук и добавляем соль и перец по вкусу. Затем наливаем оливковое масло в форму для запекания и хорошо ее смазываем. Потом из фарша лепим такие вот небольшие красивые шарики. Раскладываем шарики в нашу форму и убираем в духовку на 10 минут, разогретую на 180 градусов. Нарезаем брокколи на соцветия. Затем наводим соус. Для этого выливаем сливки, добавляем в них йогурт и 2 чайные ложки соуса песто. Все хорошенько перемешиваем. Ингредиенты, которые нам сегодня нужны будут: фарш куриный 500 грамм, лук красный 2 штуки, сливки 300 миллилитров, йогурт 200 грамм, соус песто 2 чайные ложки, брокколи 400 грамм, сыр гауда 200 грамм, соль и перец по вкусу. Также натираем мелко сыр. Сыр берем гауда. Как шарики приготовятся, мы раскладываем брокколи. Делаем так, чтобы получилось не только вкусно, но и красиво. Чтобы понравилось и вам, и вашим гостям. Затем посыпаем тимьяном. И уже мелко натертым сыром. И все это убираем в духовку на 30 минут, разогретую на 180 градусов. Затем достаем. Всем приятного аппетита! Готовьте с нами, готовьте лучше нас!